Покупаясь на обещание узаконить самострой, анапчане рискуют остаться не только без денег, но и без квартир в новостройках. Витязева на улице Комарова, 46 и 48, незаконное строительство двух многоквартирных домов выявлено еще на стадии строительства первого этажа. Пока идут судебные разбирательства, застройщик без разрешительных документов возводит два трехэтажных дома и одноэтажное здание. Подобная ситуация на улице Воина Шамбелиди, 24. Судебные разбирательства идут с апреля 2014-го, но даже если дома не пойдут под снос, у будущих собственников возникнут проблемы с вводом в эксплуатацию самостроев. Мощность коммуникации на земельные участки по ДЖС рассчитана, конечно, как на частные дома, а не на многоэтажку. Значит, проблем со светом, водой и газом не миновать.